Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео будет очередная раздача подарков со следующих видео, которые идут по списку. Это у нас будут 13 крутых мультитулов, 15 крутых велотоваров, топ-17 спиннеров, 15 обалденных товаров для кухни и 20 офигенных и необычных товаров с Алиэкспресс. И первое видео мы будем разыгрывать топ-13 крутых и полезных мультиинструментов. Итак, нужно было написать, какими инструментами вы чаще всего пользуетесь, и призом был крутой мультибрелок. Итак, смотрим и ищем нашего счастливчика и победителя. Елена Трофименко. Пользуюсь ножом на кухне. Комментарий подходит. Переходим, смотрим подписочку на канал и лайк. У Елены закрыты подписки и лайки. Елена, на следующий раз открывайте и сможете выиграть приз. А мы идем дальше. Александр Аурум. Шуруповертом пользуюсь. Комментарий подходит. Так, смотрим подписочку и лайк. Я уверен, что подписочка есть, только нам еще и нужно найти. Подписочка есть, все отлично. И смотрим лайк. Напомню, вот такой у нас иконочка, такая иконочка. Лайк у нас есть. Александр Аурум, я вас поздравляю. Напишите, пожалуйста, свой ВК под этим видео или свяжитесь со мной в ВК. Мы едем дальше. 15 крутых и полезных велотоваров. Приз был 100 рублей на счет мобильного телефона, и нужно было написать в комментариях, какой гаджет вам понравился. Смотрим счастливчика и победителя. Ильгар Гасанов. Понравился крутой замок. Подходит комментарий. Смотрим подписочку и лайк. Подписочка есть, все правильно. И ищем лайк. Лайк есть. Ильгар Гасанов, я вас поздравляю. Оставьте, пожалуйста, свои данные на свой ВК или свяжитесь со мной сами. Так, а мы идем дальше. Топ-17 спиннеров. Приз был 100 рублей на счет мобильного телефона, и нужно было написать в комментариях, какой из спиннеров хотели бы себе заказать. Итак, ищем победителя и счастливчика. Я бы хотел музыкальный. Подходит комментарий. Смотрим подписочку и лайк. Так, подписочка есть, я вижу. Ищем лайк. Лайк есть. Я вас поздравляю, напишите, пожалуйста, мне в комментариях или оставьте свой ВК в комментариях, или мне ВК напишите. Я буду ждать. Так, а мы едем дальше. И у нас следующее видео, 15 обалденных товаров для кухни с Алиэкспресс. Для дома. Так. Нужно было написать в комментариях, что нравится или не нравится на канале. И был приз 100 рублей на счет мобильного телефона. Комментарий не подходит. Смотрим дальше. Комментарий не подходит. Все нравится. Комментарий подходит. Дмитрий Гаврилов. Смотрим подписочку на канал и лайк. Так, подписочку мы посмотрим, наверное. А вот лайк, я думаю, мы не увидим. Так как лайки закрыты.
Ну, я уверен, подписочка есть, но лайки мы не посмотрим. Дмитрий Гаврилов, откройте, пожалуйста, свои лайки, чтобы я мог увидеть видео, которые вам понравились. И тогда сможете выиграть приз. Мы идем дальше. Мне все понравилось. Очень единорожно. Мне комментарий не подходит. Канал супер. Спасибо за обзор. На канале все нравится. Комментарий подходит. Владимир Назаров. Смотрим подписочку на канал и лайк. Подписочка на канал есть. И лайк у нас есть. Владимир Назаров, я вас поздравляю. Оставьте, пожалуйста, в комментариях ссылку на свой ВК или свяжитесь со мной в ВК. А мы идем дальше. А вот у нас и последнее видео. 20 офигенных и необычных товаров с Алиэкспресс. Приз был 100 рублей на счет мобильного телефона, и нужно было написать в комментариях. Написать свой любимый фильм или книгу. Ищем победителя и счастливчика. Операция И и другие приключения Шурика. Александр Аурум. Вдвойне у нас победитель сегодня есть. Подписочку на канал я уже смотрел, есть. И смотрим понравившееся видео. Ищем лайк. Везет же человеку, да? Лайк есть. Александр, я вас поздравляю и напомню, оставьте, пожалуйста, свои данные ВК в комментариях или напишите же мне в комментарии. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. У меня еще на днях будет розыгрыш еще нескольких видео.